Не просто представление, а цирковой спектакль. В наш город приехала программа «Принц цирка». Иваново – первая точка на карте гастролей этого грандиозного, сумасшедшего и сногсшибательного шоу. И не случайно, ведь идея создать спектакль с огромными каскадными фонтанами и рычащими дикими львами родилась именно в нашем городе в 2019-м. Два года спустя отрепетированная программа презентована ивановским зрителям. Реакция ожидаема. Полный восторг. Манеж на время представления превращается в настоящую сцену или подиум, по которому красиво вышагивают артисты циркового балета. И вот мы становимся свидетелями бала маскарада, на котором с фрейлинами соседствуют футуристичные велосипедисты, а к куполу под слова Юрия Гагарина взмывает космонавт. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогие мероприятия! Все идет хорошо. Связь была непрерывна. «Принц цирка» – это 20-метровый каскадный фонтан, одно из чудес цирка, аналогов которого нет в стране. Это дрессированные экзотические животные и птицы, уникальные в своем мастерстве артисты. Это водоворот цвета и звука. А в цирке бываю нечасто, поэтому испытываю по-настоящему детские эмоции, восторг и радость. Сижу я очень близко к арене, и поэтому все действия происходят буквально у меня перед глазами. Это невероятно впечатляет. И особенно меня порадовали животные, которые очень ловко исполняли все команды. Мне понравилось все. Красочно, зрелищно, костюмы. Просто в восторге. Давно очень не были в цирке. Столько лет прошло, и такой скачок вообще, ну, супер. Я пришел в цирк, и мне понравилось, что катались на велосипедах, был фонтан, и попугаи были. Прославленный укротитель Владислав Гончаров привез в наш город 11 крупных африканских львов. У дрессировщика своя манера поведения с хвостатыми артистами – уверенная и смелая. Вместе они репетируют каждый день по много часов. Поэтому взаимопонимание отточили до совершенства. Гончаров без страха поворачивается к хищникам спиной, поднимает львов на плечи, треплет за гриву, ведет себя так, будто показывает, кто здесь царь зверей на самом деле. В манеже хищники чувствуют себя уверенно, трюки выполняют беспрекословно. Каждое движение отрепетировано. Даже угрожающее рычание – это элемент шоу. Это происходит как актерское мастерство, как актерская игра, для того, чтобы зрители все увидели, что они настоящие. Потому что очень много пишут в интернете всевозможных там гадостей, корючек, что вы их там всевозможным там чем-то там накармливаете, напаиваете. Я скажу, что животные перед представлением не кушают. Они кушают в конце рабочего дня, потому что, когда они будут сытые, когда они будут наеденные, они будут выходить, ложиться спать, нежиться, и им это будет просто не нужно. У меня задача другая. Они должны выйти натощак, попрыгать, побегать, им легко, хорошо, без заворотка кишков и кушать. «Принц цирка» – качественный и очень профессиональный аттракцион. Хорошо срежиссированный, поставленный и сыгранный. Яркие костюмы, масштабные декорации, продуманные номера. Все это заставляет восхищенно замирать даже самую избалованную публику. Шоу однозначно рекомендуется к просмотру. Гастролеры пробудут в городе до середины июня.